Я думаю, много кто знает вот такой прием, когда карта исчезает при помощи вот такого движения, а потом она снова появляется. Но мало кто знает вот такой прием, когда мы можем доставать сразу несколько карт. Вот так вот по одной, можно даже там целый веер потом достать. Как же это делается? Смотрите, если вы хотите действительно этому научиться, вам достаточно будет взять для тренировки 6 карт. 6 карт, после чего их мы немножко сгибаем. Таким образом, учимся делать рок-н-ролл, вот такой, такую козу, еще это называется движение. После чего мы подставляем сюда карты и распрямляем пальчики. То есть получается то, что карты находятся позади ладони. После чего нужно вот так вот сгибать пальчики, мы их сгибаем и аккуратненько большим пальцем карту одну берем. Вот так вот, оп, взяли. Выкинули, допустим, ее, потом снова сгибаем, отделяем одну карту большим пальцем. И вот так вот несколько раз. Возможно, вы будете тренироваться неделю, возможно, две недели. Прием очень сложный, так что...